каждая женщина знает, правильно подобранный платок способен превратить любой, даже самый простой серенький наряд в эксклюзивную вещь. Неспроста трюк с шарфиками использовали признанные иконы стиля и элегантности. Эта деталь способна так расставить акценты, что весь ваш образ заиграет по-новому. Хотите, к примеру, быть яркой? Оказывается, достаточно платка. Мне помогает консультант Анастасия. Итак, прямоугольный платок. Складываем его вдоль несколько раз. Получается длинный шнур. Оборачиваем его вокруг шеи, а концы несколько раз заворачиваем внутрь. Кстати, такой же трюк можно проделать и с шарфами. Этот вид завязывания платка называется хомут. Сложите его так, чтобы нижний конец немного выступал из-под верхнего. Набросьте платок на грудь. Концы один раз оберните вокруг шеи. Завяжите их спереди. Переходим к шарфам. Шарф – косичка. Складываем шарф пополам. С одной стороны шеи получается петля, с другой стороны шеи два конца. Один из них протягиваем в петлю сверху, другой снизу. Вот и получилась косичка. Для того, чтобы завязать шарф и галстук, лучше выбрать шарф из мятой ткани. Не складывая, оборачиваем его вокруг шеи и на одном конце завязываем свободный узел. Теперь протягиваем в него свободный конец. Узелок на платке можно двигать вверх и вниз, регулируя его форму по желанию. Существует просто огромное количество вариантов ношения платков. Помните, ваш платок должен быть размером как минимум 80 на 80 сантиметров. Тогда из него можно будет создать все, что угодно. Вы будете удивлены, но даже моя обыкновенная рубашка каждый раз выступает как будто фоном для нового украшения. Пробуйте, экспериментируйте, и вы обязательно найдете свой образ. Получайте от жизни удовольствие. С вами была Екатерина Маслова. Пока.